Минздрав Чувашии запустил новый профилактический проект «Единый день зарядки». Принять в нем участие могут абсолютно все желающие. Для этого достаточно обзавестись подходящей одеждой и запомнить расписание разминок. Каждый четверг в 7:30 и каждую субботу в 9:00 сотрудники медицинских учреждений Чувашии готовы встречаться с жителями для совместных разминок. Упражнения на свежем воздухе позволяют не только поддерживать спортивную форму, но и сокращают риск развития многих заболеваний, особенно сердца и сосудов. Приглашение адресовано в первую очередь тем, кто хотел бы вступить в ряды поклонников здорового образа жизни, но не обладает достаточной силой воли для самостоятельных тренировок. Делать это в компании намного приятнее, а в компании с врачом еще и полезней. Начать можно не с понедельника, а прямо с субботы. Зарядки будут проходить в парковых зонах и во дворах домов в зоне обслуживания больниц. О месте и времени жители республики. Больницы будут оповещать заранее.